Коллектив «Народный самодеятельный ансамбль «Улухем» создан в 1986 году. И в разные времена были разные исполнители, как и танца, так и песни. Руковожу хором, вокалом. Именно горловое пение учит. Тоже очень талантливый учитель, педагог Алмбелек Нурбу. Это второй мой коллектив. Называется «Дембилдей», тоже хоровой детский коллектив. Но ребята в этом году уже, им уже по 18. И перешли они в группу вот «Анасай». Есть такие люди, очень талантливые мальчики в школе, номер два. И они очень любят спорт. Они занимались футболом, вольной борьбой. Потом они полюбили, наверное, это творчество, хор. Сейчас мы уже не расстаемся. Конечно, они любят поспать, некоторые, не все, но любят поспать, придется им. То есть дисциплинка да. Немножко хромает, как у нормальных мальчишек. Самое главное, они любят это искусство, полюбили его и, наверное, никогда это не забудут. У нас такая репетиция была, мы все репетировали, все были парни, потом какой-то парень, Аржан Мангуш, по-моему, меня спросил, такой вопрос, у меня даже не было в голове этого. Башка, а почему у нас все мальчика и девочек не будет, да? Вопрос был такой. Смотрю на дочку, знаю, что она очень хорошо меня поет. Вставай, Камила, споем вместе с нами. Вот и так она вошла в наш коллектив. Награждается хоровой коллектив «НСАИ» народного самодеятельного ансамбля песни и танца «Улухем». Руководитель Аржана Даспан, город Шагонар, Республика Тыва.